Здравствуйте, с вами Fluttershy, витая 13-я. Мы уже проходили игру The Bank of Angry Birds. Уже не помню, какой по счету раз, потому что я уже куча раз ничего не делал. Когда-то не надо, кто-то пишет мне. Короче, рандом выбираем игрока и вперед. Сразу говорю, опять я что-то давно как-то не играл. Так, у нас и это, Ева, значит. У нее, значит, всякие характеристики, меньше здоровья есть, и урона, и что-то такое. Ну да, комната, конечно, как всегда, не понять о чем. Ну и, конечно, урон получить по глупости, это, как всегда, в моем репертуаре. Ну, давай, давай. Ну, спасибо. Короче, мне понижен урон, вот так, чудо артефакт. Box of Spiders, коробка с пауками. По идее, это при нажатии пробела появляются пауки. Один или две штуки. Вроде. Да, в комнату проклятую я, конечно, не пойду. С таким запасом здоровья, конечно же. И давайте взрывайтесь. Ну, привет. Ну, а тебя я тоже ничего не ждал уж точно. Так, комната вроде ёлка, если только не мухи. Так, все отлично. Пока. Пока. Пока, пока. Да блин. Поторопился, называется. Так, Шунгермен. Так, монета. Это монета, что будет давать ему для сердца. Ладно. Всё, главное не тупить. Целое сердце осталось. Как я вижу, когда целое сердце остается, она дьявольская такая становится. Ева это. Так, мухи. Вот такой бы урок был бы всегда, было бы круто. Главное не тупить. Карточку пока у себя оставлю. О, брелок. Как, чтобы из этого всяких какашек падало как можно больше всяких монет чаще. 50% вроде шанс становится. Так. Комната вроде ёбкая. Главное не тупить. И все норм сделать. Молодцы. О, блин, там секретная комната была. Или супер секретная комната. Ну сейчас вернемся сюда, убив этих зародышей, как их там. Так, сундук. Еще один брелок. Сердце что-то. Purple Heart. Давайте посмотрим, что такое Purple Heart. Purple Heart. Так. Вот с ним вообще трубить. Так, комната испытания содержит огромное число босса. Уйдет шанс посмотреть чемпионство в версии монстров. Я думаю, это полный бред, мне это вообще не надо. То что спасибо на этом. То что я оставлю, конечно, этот артефакт. Так, что у нас тут? Все восстановил вроде. Так, 4 туда, 4. Меняет артефакты, находящиеся на данном этаже, не действует на магазин, взаимодействует с купленными вещами. Черный рынок и комната ангела дьявола. А, все артефакты меняет. Вот будем знать про эту комнату, окей. Это хорошо, в принципе. Пока что оставим в покое. Будет два халявных артефакта. Может, какой-то хороший артефакт даже попадется. Так, туда не пойдем. Ты. Паучи, блин. Ой, паучи. Вот сколько пауков. Жилище пауков, да? В борту живут там, каких непонятных монстров. Сколько надо бомб потратить? Две штуки, окей, потратим. Раз. И два. Посмотрим, что в том сундуке не зря. Серо-серо-сы бомба. Да, отлично. Так, вот так он. Получил урон от этих уродов. Все сердце потерял. И мне бы ключи. А мне ключи даже нет. Ну, обидно. Дайте ключи лучше. Так, тут босс уже. Ключи, ключи, ключи. Ключи. Это вообще будет бесполезно тогда. Если артефакт никакой не смогу взять. Кроме ключей нету. Давай. Умри. Умри уже, ну, паук. Косой, блин, я какой-то. Все. Иди сюда. Ключ. Издеваются. Ладно. Давайте возьмем все-таки. Серое сердце. Где же ключи? Они вообще есть в этой комнате, нет? Хотя.
вроде легкая комната. Паук, иди сюда, молодец. А ты, ури, блин, желтый. Почему ты желтый такой, а? Что-то выпил не то, а? Отравился чем-то. Эк. Что-то артефактом эти не пользуюсь, который у меня в актив стоит. Тык-тык-тык-тык. Неудобно, как тут и пиявки. Хотя хорошо, что они не видят меня. Слепые. Что взрывается, оказывается. Хорошо, что я не близко к ним стоял. Ключ. Заветный ключ. Так, что у нас тут? Рискнем. Монеты. Ю-ю-ю-ху-ху. Пора не ступить в этой комнате. Умрите, пиявки. Личинки, пиявки. Называю непонятно, как гусеницы. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Расплох мне не хотите давать, да? Так, сейчас урон каждому нанесем большой. Теперь по одному убиваем. Молодца. Почти все. Все. Так еще вы, да, головастики остались. Такие головастики. Блин, зажали прям. Далеко же летят от этих слез они, кстати. Эти головастики наши. Все. И еще один ключ, не зазря. Это ключ. Че нам тут? На! Получили! Вот против вас это как раз подойдет. Уже очнулся. Ну и что? Ю-ю-ю. Спайдермен, спайдермен. Магазин. О, Бибия. Против сердца мамы. Сразу убьем. Возьму. Вместо этой губки, которой толком и так не пользуюсь. Даже еще полет дают. Это хорошо. Ну все. Давайте сходим еще к боссу. Посмотрим, что артефакт там дадут, и возьмем. И активируем 4 точки. А еще сюда можно сходить. Ист! Я помню, что такое дает. Это вроде. Да, окаменение дел, что я бессмертный, пока не двигаюсь, ничего не делаю. Через полторы секунды где-то. Ну и к боссу. Чао. Ну, вот тебя только не хватало, да? С своими этими приятелями. Ну, вроде не такой уж сложный босс, если не тупить. Давай бомбу съешь. Ешь. Ешь. Молодца. Съел. Иди сюда, червячок. Так, почти убили этого червячка. Переростка. Блин, вот тут зажать мне решил, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще чуть-чуть попал. Ха-ха-ха-ха. Слабак. Зубочистки. Супер. А тут что? Заодно красное сердце выбор. Урон. Еще какая-то херня и еще какая-то. Я даже не знаю, что из этого выбрать. Это пентаграмма, я знаю. Это какой-то капюшон. Давайте посмотрим. Так, одна штука. Это вот что, церемониальная мантия. Плюс 3 урон сердца, добавляю плюс 1 к урону, переходит на следующий уровень. В принципе, я могу эту штуку взять вместо пентаграммы. И вот другая штука. Все приметы, монет, бомбы и сердца отрасутливы будут попадать в двойном экземпляре. Я думаю, все-таки возьму вот эту черную штуку. Плюс 1 урон на каждом следующем уровне. Это крутая штука, кстати, я думаю. Так что я возьму эту штуку. Так. Все работает? Конечно, нет. Вот теперь да. Пофиг. И 3 черных сердца. Я что, еще летаю? А не, это кажется. И такой вообще некроман, блин. Так, пока не идем вниз. Да посмотрим, какой урон сейчас.
5. По идее, на следующий уровень будет 6, мне кажется. Так, идем обратно к этой штуке, которую мы открыли, 4 точки, и меняемся артефактом на рандом. То есть, конечно, это которые лежат на полу. Пробуем. Вроде изменились все артефакты, которые тут были. Давай посмотрим. Понятно, это действует только на артефакты, которые тут остались. Так, магазин где у нас? Магазин. Вот, в магазине изменилось что-то. Для прикола зайдем, не знаю. Оу. В магазине не стал активно вот этот артефакт. Бум. Ну вот как работает, короче, 4 точки, но в принципе он даже не пригодился. У нас и так все круто. Крутотей. А давайте вас. Нет, зачем? Библию затем пользоваться, если взять батарейку опять зарядиться, ну. Смысла нету, только там взять ничего не надо, с помощью поёта, в принципе. Вот тут, в принципе, ничего тоже брать не надо. Короче, идем вниз. Окей. Катакомбы. Урон на 3 стал. А, ну да, я понял, почему. Как у меня больше сердец стало, ну ладно. Комната с боссом. Нет, не буду. Каком-то испытании с боссом, точнее. Охереть, блин. Вот это урон. Вот пусть так будет вечно. Просто офигенный урон. То все доктор прописал. Умри, пиявка. Так. Пули с пауками. Ты еще пуляться с слезами умеешь, да? Урон офигенный. Я отталкиваю двигу врагов вообще. Зажал тебя в угол. Офигенно, офигенно. Я смогу пройти до конца. Так. Да вы издеваетесь. Хотя... Нет. Ну еще сокровища не было так. 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 Молодца. Ну, да вы издеваетесь, что ли? Мне сокровища нужна сейчас. Пауки, пауки, блядь, пауков. Офигенно. Так. Муха. Forever alone. Атакующая дальняя муха. Окей. Хорошо. Нет. Я думаю, они лазерно стреляют. Так, вот тут стреляйте одиночными. Эти стреляют таким потоком. Умри. Ключ. Спасибо. Так, давайте перед тем, как все вернемся. Возьмем. А, она и так открыта. А, я там и так был. А, ну да, я там точно был там. Так, что у нас тут? Брелок. Не, эта штука лучше, чем которая у меня сейчас брелок. Так. Пофиг. Чирсап. Отлично, еще быстрее стреляю. Офигеть. Так я же тебя взял. Хм. Офигевший. Магазин. Нет, не буду. У меня и так мало монет. И ключ на это тратить как-то неэффективно. Скажу я вам. Не-не-не-не-не-не-не. Я получаю урон. Нет. Получил. Фу, пронесло. Почему мне кажется, что у меня не идет запись? Хотя все идет. Странно. Нет. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Зажать меня решили. Уроды. Получили. По заслугам. Так, опять вы. Ой-ой-ой-ой. Сзади решил появиться, да? Отлично. Монеты, монеты. Вот сколько всякой шняги. Ну, идем вниз. Холлоу. Пустой. Еще друг какой-то странной версии, который на меня еще ездит. А, там у него одни личинки. Ты вообще котня какая-то. Че за... Спит плюс дымаешь. О, Little Baggy. Какой-то артефакт открыл Little Baggy. Какие-то мешочек с пилюями или типа этого. Не знаю, какой урон у меня офигенный. Я офигенный хрен. Офигенный хрен. Так. А мы уже пришли в... глубины? Ау.
Чё-то я забыл, что вы умеете делать. Да я ступил, конечно, извините. Вы издеваетесь? К черту эту фигню. О-о-о-о! А это неплохо открыл. О, можно в магазин сходить. Если что, если ключи, конечно, хватит. И вообще урон охеренный у меня. И быстро бегаю и отталкиваю далеко. И ключи дофига, вообще офигенно. Жалко, то серый сердце потратил по глупости. Так, ну то я не пойду даже. Так, мини-босс пустой. Катись, мини-босс, тесни. Великотня. Пока. Что там внизу? Ты, вас я ненавижу. Но с этим уроном это легко. Так, вы еще толстишки. Зажать мне реши. Молодца. Так, куда идти вообще? Давайте вниз пойдем. Нет, не вы, ненавижу вас. Неудобная комната, еще вы тут. Суки. Все-таки от не я еще серое сердце. Ой, да уж, серое сердце. Мне обидно это. Монеты. А вот и комната с боссом. Нет. Не прыгай на меня. Давай, истязай, кровушка. Спасибо. Главное не получить по глупости урон. Где же сокровище тут? Это что за хер такой призрак? Я впервые вижу таких монстров серых. В виде прозрачный такой хрен, блин, был. Напугал. Блин, с жизнью опять проблемы. О, спасибо. Два серых сердца, карточка отличная. Отличная карточка. Блин, где же сокровищница? Тут? Нет. Ну, в принципе, ёлка комната. Куда ты утворишь? Не убегай от меня. Бери бомбу и уходи отсюда. Поскорее. Где-то тут, наверное, сокровищница. Нет, тут малышки. Чё, телепортироваться любят, да? Всё. Нет! Я знал. Успел. Нет! Блин, не думал, ты сейчас прям сейчас плюхнешь. Обидно. О, блин, призраки! Четыре призрака. Белый. Суки. Прям во мне появляется такое ощущение. Убил. Где? Что, во мне появился? Так, один еще остался. О, отлично. Забыл, что я когда стою, мне не могу получать урона. Все забываю. Так где же сокровищница игра? Тут что ли? Ой, чуть-чуть. Опасная комната. Умри уже. Этого призрака главное убить сейчас. Сдохни. Сдохни уже. Сдохни. Все. Напугай. Где же сокровища? Боже мой, вы издеваетесь. Ради ключей. Ладно. Не ради двух монеток. Ладно. Тут что? Что за хер это сейчас было? Вот где сокровище спрятал. Вообще его далеко засунули. Нет. Тупые шипы. Сдохнет уже. Не зазря. Чё за хрень это? Монго Бэйби? А, понятно. Спутник. А вот и магазин. В котором мини-босс. Ну еще лучше. Главное не получить урон. А, отлично. Спасибо за 1000 монет. Если бы я летал еще, было бы лучше. Там что? Понятно.
Да уж, ну и проходы были. Я в шоке. Чтобы добраться до сокровищницы, столько пришлось пройти и потратить. За дорогу мне проблема. The Gate? Это кто еще такой? Толстяк какой-то. Че за голова такая? Ты еще монстров делаешь? Ты еще так умеешь делать? Хватит монстров прожидать, умри уже. Умри, умирай, умирай, умирай. Понятно, его атаки какие. У него две атаки вот такие. Вот там Айзек был. Да ёбка, в принципе, босс оказывается. Давай, два сердца. Отлично. Ты что предложишь? У меня даже двух красных сердец нет, а что? Это вроде полет дает, но нам это не надо. В духа превращаешься. Идем ниже. Да, в принципе, за раз пройду. Так, глубины два. За два ключа что-то там можно открыть. У меня двух ключей даже нету. Нет, 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 нет. Так, этих убить нельзя. Так, атакуем только эту хрень. Отлично. Два ключа надо. Ну, ладно. За монеты, да вы издеваетесь. О, а, это даже... Комната с боссом. Я что-то по-другому подумаю. Забыл, как зовут этого босса уже. Ларри. Или как? Не, не Ларри. Ладно, забыл, как его зовут. Но просто все ёлки, босс. Умри. Так, и монстр 2. Давно тебя не видел, дружище. Монстр 2, я, по-моему, еще ни разу его даже не видел. Ау. Неудобно ничего делать. Пойми, когда он так как атакует еще. Так, атакуй. Понятно. Не знаю, как тактику с ним борьбы. Пойми иногда, что он будет делать. Все. Ой, я открыл некрополис. Ха, убил всех боссов в глубину наконец-то. Супер. Тут что? Улучшенный слор, это уровень глубины, если что, кто не в курсе. Вообще зажали мне эти мозги, решили зажать по полной программе. Сдохни. Пофиг, тут так дофига этих штук. Хм, бомбы. Так, большая комната с боссом. Чабом. Два даже чаба. А, офигенно. Фикотня. А тебя вот так вот атаковать. Пофиг, иди сюда. Фикотня. Тикули, ху-ху-ху-ху-ху. Такая пещера уродов. С стреляющими слезами. Все. На пол сердца каких-то. Тю-тю-тю-тю-тю-тю, ультра! Ультра, блин. Нафиг я на ультру поехал эту. Кишки эти. Чемпионская версия, точнее, не ультра. Я жизнь отнимаю по глупости. Еще маму надо победить. Нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я говорю нет. 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 Нет! Хоть пугать меня. Так. Где тут монстры? В углах тут засия, сволочи. Из-за вас меня отняли жизни. Так я вас не увидел. О, боб. Постоянный пукающий боб, когда получаю урон. Вот поможет чем-то. Так, я знаю, что тут. Руки, руки, руки. Сколько рук? Одна? Две? Две. Хм, просто. Так, так, так. Что у нас тут? Не-не-не-не-не-не. Только не вы. Фу. Так, 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 это умри, дитя. Молодец. Сдохни. Ты еще взрываешься, оказывается. Еще получил бы урон по глупости. Умри. Спасибо, бомба, бомба. Так. Где же босс? Нет! Нет!
Я тебя не увидел снизу, блин, урод. Как я урон сейчас не получил. Ладно. Фу, пугает меня эти монстры. Где босс, блин? Спасибо. Нафиг все зашел вообще. А, у меня дофига этих. Ключ. Пилю я. И вот эта херня. Давайте потратим все монеты, больше у нас не будет возможности их тратить, в принципе. Ну, удача будет хоть какая-нибудь. Спасибо. Спасибо. О, спасибо за то, что еще муху защитную дали. Все. Вот оставляем. Это берем с собой. На босса с мамой сразу убьем его как раз. Нет! Сука, блин, мозги. Чёрт. Ненавижу такие комнаты. Хоть и быстро двигаюсь, но... Это что такое? Full HP. Полное здоровье, но... Ладно, ставим. У меня красных сердец вообще толком нету. Тут что? Вообще охерели. Вообще охеревший жопы. Убить меня решили. Пока! Say hello! Вот эта книга удобная штука. О! Спасибо за здоровье. Так, а ты что нам предложишь? Он издевается? Нет уж, из какого-то спутника. У меня и так он есть. Так что не надо. Окей. Мы попали в... утробу. Куда же идти? Давайте пойдем сюда. Офигенная комната. Я в шоке. Что это было? Как эта лужа осталась, которую я не увидел, пока тут слишком ярко. Я вообще ни хера не вижу. Сдохни. Тупука. Троллишь движок уродский. Два удара, я умер. Я вообще радуюсь этой комнате. Просто я жила всю жизнь. Куда мне идти? Тупая ядовитая хер. Это урон не делает. Думаю, это телепортирует куда-то. Я еще не туда пошел все это время. Жизни. Ну, что бы меня кто-то хер убил вот этот. Черт, эту книгу. Эта книга же бомб дает. Да, бомба. Мне здоровье срочно. Короче, я сейчас умру вот на этой комнате. Тут вообще нельзя, нереально выжить. Нереально выжить. Я как-то вышел. Вы издеваетесь. Ну хотя бы две штуки, а не три, как там было. Комната побольше. Куда идти, блин? Глазастые хери. Ну еще руки, какая-то херня. Еще одна рука. Сдохни. Как я выживаю с одним сердцем? Пупырка. Я тебя ненавижу. Ни одного здоровья. Я эту же комнату жевал всю жизнь. Да, летсплей не получился, но все хорошо шло, но здоровье было проблемы. То, что думаю, на этом все. Спасибо за просмотр. С вами была Flutter, Шавит и 13. Всем удачи, подписывайтесь на канал и пока. Еее.